Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня по месту удалось прикупить вот такие интересные платки. Хочу с вами поделиться, краткий обзорчик. Значит, смотрите, вот эта одна платка вышла стоимостью более 1000 гривен. Вот тут неплохо так РС-колодочки, все контакты здесь позолочены идут. А также КМ-конденсаторы присутствуют и черные микросхемы различных маркировок. Вот вам и платка свыше 1000 гривен стоимости. Тут еще ламель поладированная, ну как-то так. Вот даже КМ-очка с обратной стороны спряталась. Так, вот такая платка тоже. Тоже РС-колодочки позолоченные. Есть вот такие керамические микросхемы желтые. Микросхема гробик, так называемая. И по конденсаторам, видите, различные. На этой платке представлены и зеленые, и рыжие, и окукленные. Всякие разные. Вот тут еще микросхемка одна. Так, вот такая маленькая, но очень интересная платка. Потом вот здесь еще платка с индикаторами ALS. Позолоченные выводы. Так, еще вот платка такая была. Так, и в россыпи вот такое количество еще радиодеталей. Лайфхак. Как быстро определить реле RS-10 на содержание драгметаллов? Смотрим, если схемка нарисованная, значит, реле проходное. В данном случае паспорт 302, если не ошибаюсь, контакты ПЛИ содержит. Вот такое количество радиодеталей. Также вот тут представлены конденсаторы болгарские, так называемая глина. И вот такие черненькие, это тоже с таких плат, с импортных, болгарские. Это тоже КМ-очки. Правда, в прайсе вот на них цен почему-то нету. Пришлось их брать вот как окукленные, так же сам. Все это считалось, это все куплено не за копейки, так чтобы вы понимали. Если у вас есть какие-либо радиодетальки, предлагайте, с удовольствием рассмотрим покупку. Всем пока и удачи!